В администрации Каспийска под руководством главы муниципалитета Бориса Гонцова состоялась торжественная церемония награждения медалями участников СВО за храбрость и воинскую доблесть. Указом президента Российской Федерации медалями второй степени за воинскую доблесть были награждены рядовые Абдулгамид Гаджиев, Руслан Давыдов и Джамалдин Амирханов. Государственные награды за храбрость второй степени получили Арслан Чимаев и Ислам Раджабов. Они были удостоены данной награды за мужество, проявленное в период выполнения боевых действий. В ходе награждения представители администрации Каспийска отметили работу супруги Арслана Чимаева Эльмиры Чимаевы, которые по совместительству являются заведующей дошкольного образовательного учреждения номер 7. Со дня начала СВО она совместно с сотрудниками детского сада организовывала и собирала гуманитарную помощь солдатам. В свою очередь хочу пожелать мирного неба, а также каждому человеку мира в душе и научиться жить с миром. В окружающем мире, с окружающим миром и окружающим миром. В завершении церемонии награждения почетные грамоты также получили бухгалтера администрации Каспийска.